Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео я разыграю подарки со следующих видео, которые идут по списку. Это у нас 3 видео, 10 изобретений с Алиэкспресс, которые помогут вам расслабиться, 10 крутых и интересных товаров из Китая и 10 товаров для настоящих мужиков. И первым видео у нас будет товары, которые помогут вам расслабиться. Приз был 100 рублей на счет мобильного телефона. И в комментариях нужно было написать, как вы расслабляетесь после рабочего дня. Итак, смотрим счастливчика и победителя. Дмитрий Петров. Прогулка на природе, расслабляюсь. Комментарий подходит. Смотрим подписочку на канал и лайк. Так, так, так. Подписочка есть, вижу. И смотрим лайк с нашего видео. Лайк есть. Дмитрий Петров, я вас поздравляю. Пожалуйста, оставьте свои данные ВК в комментариях под этим видео. Или же напишите мне в ВК. И мы с вами определим, как вы будете получать свой приз. Так, второй у нас. Второе видео. 10 крутых и интересных товаров из Китая с Алиэкспресс. Приз 100 рублей на счет мобильного телефона. Нужно было написать в комментариях, где вы будете отдыхать этим летом. Ищем победителя и счастливчика. Борис Немнюгин. Я буду работать, некогда отдыхать. Ну, тоже правда. Комментарий подходит. Закрыты подписочки и закрыты понравившиеся видео. Борис Немнюгин, пожалуйста, извините, но я не могу проверить ваш аккаунт. На следующий раз откройте свои подписочки и понравившиеся видео, чтобы я мог проверить. А мы идем к следующему. Людмила Вергизова. Я на море, возможно, буду отдыхать. Подходит комментарий. Смотрим подписочки. И понравившееся видео. Так, пока что... А, подписочку вижу. Подписочка есть. Смотрим понравившееся видео. Так, напоминаю, вот у нас такая вот авочка. Превьюшка должна быть. И мы ее ищем. После нескольких минут поисков лайк я нашел. Людмила Вергизова, я вас поздравляю. Вы получаете 100 рублей на счет мобильного телефона. Пожалуйста, в комментариях под этим видео оставьте свои данные на ВК или свяжитесь со мной сами. Я вас поздравляю. А вот и третье видео. 10 товаров для настоящих мужиков с Алиэкспресс. Подарком был карман и фонарик, и в комментариях нужно было написать, каким видом спорта вы занимаетесь или хотите заняться. Итак, смотрим счастливчика. Евгений З. Занимаюсь хоккеем с шайбой. Комментарий подходит. Смотрим подписочку на канал и лайк. Ну, подписочку я посмотреть смогу, а вот понравившееся видео не смогу. Евгений, извините, у вас закрыты понравившиеся видео. На следующий раз просто их откройте, и вы сможете выиграть подарок. Этот участник не подходит, потому что комментарий не подходит. Ильгар Гасанов. Раньше занимался карате. Комментарий подходит. Смотрим подписочку на канал и лайк. Так, смотрим подписочку. Подписочка на канал есть, присутствует. Ищем наш лайк. Вот, лайк есть. Я вас поздравляю, Ильгар Гасанов. Вы выиграли карманный фонарик. И, пожалуйста, напишите свои данные в ВК под этим видео или напишите же мне в ВК. Я всех поздравляю, всех участников. Тем, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Еще будет много конкурсов. Принимайте участие, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И еще будет много конкурсов и много подарков. Всем спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!